Здравствуйте, мои дорогие. Вот, продолжаются мои дачные влоги. Ой, сейчас в последний раз вспашу, потому что корни я повырывала. Вот это остались обсыхать, которые вот отсюда. Но еще раз вспашу, чтобы земля была пушистее, мягче. И буду садить картошку. Нужно успеть, потому что начинаются дожди. По-моему, лето у нас кончилось. Я уже когда-то говорила, что июнь у нас еще не лето, июль уже не лето. Поэтому хочется посадить картошку, чтобы уже со спокойной душой там, где там убирать, где там. В общем, самое главное, это у меня картошка. Потому что картошку я не просто в ямку бросаю. Увидите, как я сажу. Только ради бога, я вас умоляю. Вот это не надо мне писать, там дети Африки погибают, а я так расточительно с этими, то с рыбой неправильно управляюсь, то я щуку чищу, много выбрасываю. Я показываю, как я делаю, и по-другому я не могу. Ну, не едим мы уху с головы, и как бы порой головы замораживаю, все потом закапываю в землю. В общем, посмотрите, как я сажаю, а сейчас пока перехожу к спашке. Так, ну, пробуем заводить. Заведется ли? Так, ну поехали. Смотрите, уже четвертый или пятый раз вспахиваю. Знаю, для земли не есть хорошо. Но что делать? Вот эти корни. Я сколько их уже собрала, сколько еще у меня есть их. Вот сейчас я пройду, и все их нужно собрать. Эти. Вот, продолжаю. Вот, насобирала сколько корней. И сейчас вот последний раз пройду, пропашу, но уже сейчас дождь, наверное, будет, идет, наверное, туча откуда-то, вон она, и она сейчас меня догонит. Ну, буду надеяться по-быстренькому сейчас. Короче, раз 9 уже спахала, и все равно эти корни появляются. Не стала снимать, показывать все вам. У нас дождь пошел, видите? И я стою в мангальной, снимаю. Фу. Ну, больше пахать не буду, но еще корни пройду. Прям так вот рядками буду идти. И все. Ну, что с ними сделаешь? Это вообще нереально. Они как надо мной издеваются. Как растут следом. Как грибы. Ну, посажу картошку, а потом буду пропалывать, буду где вылазить, буду выдирать. У меня сейчас есть корнеудалитель. Вообще шик, блеск. Ну, в общем, борьба продолжается моя. Видите, еще сейчас наведу. Только вот пропахала. Смотрите. Так, идиоты. Короче, вот еще набрала целую корзину. Я думаю, сейчас еще граблями пройти. Ну, если дождь закончится. Потому что дождь пошел. Ну, у меня, ладно, мне там есть что теплица делать. В бане. Так что смотрим дальше. Слышите, дождик пошел вообще сильно.
Так, ну пока идет дождь, покажу вам, купила вот такую штуку. Это капельный полив КПК-24. Вот я его сейчас покажу, что я сделала. Но еще не до конца, нужно доделать. Поэтому смотрим. Не знаю, как будет слышно. Я кричу, потому что на улице идет дождь и по теплице стучит. Но сейчас покажу. В общем, смотрите. Приобрела вот такой бачок. Тут 100 литров. Ну, я думаю, буду набирать. Так-то мне бочки. Где мне взять эту бочку? Что мне думать? Мне хочется сегодня и сейчас. Там можно, конечно, было напрячь мужа, сказать, там, сделай бочку. Но он, наверное, когда-нибудь и сделает ее. Я в этом не сомневаюсь. А, в общем, и туда входит вот такой краник. Ой-ой-ой, в это КПП. Ну, в этот капельный полив. Такой краник. Шланг это мой. А, фильтр очищающий. Вот эти белые шлангочки это мои. И вот такая длинная лента. Она там внутри с дырочками. Вот я ее проложила, думала сделать ход конем. Чтобы она такая была по круговому обороту, понимаете? По круговому обороту она у меня не получилась. Сейчас я ее сниму, эти уголки. Потому что там перегибается. Я, в общем, отрежу вот ту сторону и постараюсь закрутить так, как показано в инструкции, там этой же лентой закручивать. В общем, будет у меня такой капельный полив. На ту сторону лента еще осталась и заглушки вот на эту сторону. Будет такой же шлангик, вот он. Короче, будет вот такой же шлангик. Он будет на эту сторону подключаться вот так. И также будут здесь две этих лежать. Пока я их еще не сделала, сейчас еще с одной разберусь. И просто это буду вынимать, другую вставлять. Эту сторону полю, потом эту. И буду выходить вот так из ситуации. Ну, посмотрим, что получится. Вот, короче, я открутила вот этот уголок, который был. И как там рекомендуют, в общем, вот так вот его скрутить. Одной рукой неудобно. И на вот это одеть кусочек, вот я отрезала, и якобы будет держать. Ну, сейчас попробую. Ну, как-то вот так я сделала. Теперь останется проверить, не раскрутится ли она. Ну, у меня там бочки воды нет, потому что мне и бочку надо перекручивать. Сейчас скажу. Ой. Потому что прикрутила кран, вот эту железку, здесь была другая, я вставила там маму, папу, чтобы там была маленькая дырочка, и она протекает. То есть надо или кумку, или резиновую такую прокладочку. Вот хочу сказать, что если хотите на две стороны сделать, да, этот вот именно этот капельный полив, вам нужно будет докупить один уголок, потому что в этой комплекте идет только один уголок. А так нам понадобится два уголка, чтобы по обе стороны сделать. Ну, вот как я, это я отдельно докупила. А закрепляется вот как одевается. Вот это протягиваешь дальше, потом сюда одеваешь и натягиваешь. Так оно держится. Вот, смотрим дальше. Вот видите, как я сделала? Оно держится, будет хорошо держаться. И теперь сейчас там я закреплю, чтобы по длине. Так, ну вот я предварительно так замерила. Там мне еще осталось ленту, так разложила, сколько мне надо. И вот сейчас здесь перережу. Ой. Вот так. Где-то посередине надо резать, потому что вот здесь каждые 30 сантиметров вот эти вот, где они, дырочки, видите, это откуда льется водичка. Поэтому нам нужно, чтобы, да, вот
вот здесь, вот посередине как раз сейчас я отрежу, чтобы ее закрутить. Вот. Опа. Теперь также вот сейчас обмотаю. Да елки-палки такие. Что-то я вот так замотаю. Берем вот так вот, заматываем. И вот предварительно, конечно, нужно отрезать вот это. И одеваем на него. Говорят, вроде бы будет держаться. Можно еще прищепка. Ну, не знаю, прищепки какие-то сейчас все слабые. Не будут держаться. Это я канцелярскую такую попробую. В общем, покажу. Так, ну вот я их одела. Эти концы. Посмотрим, как они держаться будут. Теперь выравниваемся. Так, ну здесь теперь мы все вымерили. В общем, отрезать нужно перед этой. Перед дырочкой. Да что так? Вот я отрезала. И одеваем теперь вот такой, как Т-образный переходник. Сюда и вот это. Только вот с этой сиреневенькой сначала одеваем на шланг вот эту сиреневую. Как она, шайб? Ну, не знаю, пластиковая. По-своему, по-женскому я вам говорю. Вот. Вот так. И вот так. А вот это, вот сюда, будет подсоединяться шланг. Вот этот белый, который разветвляет сюда. В общем, я думаю, понятно вроде объяснила. Если непонятно, спрашивайте. Расскажу. Вот у меня еще осталась лента. Ну, лента осталась. Почему? Потому что... Ой, господи. У меня здесь не сначала. Там у меня укроп посеян. Вот. Так что как-то вот так. Дождь помаленьку еще идет. Сейчас покажу. Ой, сколько воды налило. О, мокро все. Ну ладно, что сделаешь. На все воля Божья. Вот, мокро все. Сейчас мои корни все повсходят. Вот же, как они мне дороги. Так что как-то вот так. Не знаю, какие-то несерьезные производители вот этого бачка. Там же дырка для краника, да? Если к нему шел краник. И вот это вот. Но вот эта прокладка, она такая, знаете, пластиковая. Ну, как можно пластиковую прокладку затянуть? Все равно где-то будет капать. Ну, вообще, вот я женщина, я бы до такого в жизни не додумалась. Понимаете, здесь нужна резина. Не пойму. Ну, заеду в магазин, куплю. Пошел ливень у нас. В общем, пробую бочку. Ой, резинку, не резинку, а эту пластик сжимала, не знаю, не треснул ли он нигде. Ну, сейчас посмотрим. Надо. Здесь насос включила, что-то он... А, я не одела, господи. Все в дожде. Эх, не успела посадить картошку. Ну, ладно, посмотрим. Что-то полилась. Посмотрим. Ну вот сейчас проверим. Затянула я. Откручу. Так, вода пошла по белой трубке. Здесь трубки надулись, вон капельки пошли. Так, там не протекает. Так вот, где-то розовенькую то нужно подтянуть. Вот розовенькую. Там капает. И здесь нужно подтянуть. Уже подкапывает так чуть-чуть. Теперь пойдем конец посмотрим, который я заделывала. Да, держит. Все нормально и там держит. Капли где-то сейчас. Оп, капли.
Он спит. Укус. Так что все нормально. Теперь смотрим, кран течет, ой, или нет. Маленькая. Надо, значит, еще потянуть. Видите? Маленькая. Ну, еще подтяну, будет нормально. Ладно, но все равно резинку нужно купить. Водичка визжит по трубам, видите, полные трубки. И надулись вот эти черные капельки. То есть все нормально. Но подтянуть надо вот эту розовую штучку. Видите? Уже плохо натянула. И вот, ну вот здесь вот на, ну, тоже чуть-чуть нужно подтянуть. Вот соединения у них какие-то, они не продумали. Вообще. Ну ладно. Короче, не удалось мне показать вам, как я сажаю картошку. На улице, ой, дождь ужасный. Поеду я домой, потому что все говорит Элла, едь домой. Наведи дома порядок, потому что ты уже скоро к себе домой не попадешь. Поеду наводить дома порядок. Ну что ж, мои дорогие, всем пока-пока. Если понравилось, ставьте пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего новенького. Всего хорошего, мои дорогие.